Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и этим видео я начинаю FFA сериал за Майя, Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Я вам уже показал одну новую цивилизацию, Великую Колумбию, играя против компьютера. Теперь надо показать и вторую, Майя, правда в этот раз в сетевой партии. Я договорился с соперниками, что я выберу себе Майя, чтобы ее вам показать. Соответственно, и они себе тоже цивилизации повыбирали. Играем на обычной Пангее, без особых запретов, так что типичный FFA сериал. Напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Для всех остальных они будут выходить раз в день. Ну и прошу, конечно же, воздержаться от бессодержательных спойлеров в комментариях и от оскорблений участников. Вступительное слово завершено, перейдем к игре. Я так понял, возле реки не обязательно строиться. Да, тут, ну то есть, ну как не обязательно? Плюс еще как бы в холмах город не поставишь, ну типа если вот нету равнин, такой себе. А, ну и если заспавнился в кишке, то, наверное, тебе конец. Это не факт, как бы, ты дефаться сможешь долго. Что здесь дефаться? У тебя будет только пару городов с бонусом, остальные все со штрафом. Вот куда мне пойти лучше этим дуболомом? Ну, город я, наверное, тут и поставлю, где я родился. Я, кстати, не понимаю, почему бонус городам плюс 10, а штраф минус 15%? Что это за... Ну, чтоб ты типа играл в 6 городов. Ну не в 6, подожди, там можно больше, чем 6 всунуть, это 6 клеток от столицы. Там на самом деле, если постараться, можно и 21 всунуть. Ну вот если ты в том старте, где я сейчас, ты не всунешь столько. Ладно. А, это ты видео выпускал, поэтому мы ждали, да? Да. Начнем, пожалуй, со строителей. Что, нет. Да вообще, кстати, вот вы видели, как у меня у боливара, что это за место появления такое? Это вообще какой-то тренд. Я такого давно не видел вообще, в принципе, в играх. Просто у тебя место на три города и все остальное пустыня. Да, это животноводство. То есть нам фермы нужны, видите, у нас три жилья всего лишь в начале. И фермы у Майя мы ставим за счет... жилье у Майя за счет ферм. Видите, не дает дополнительное жилье. Вместо этого каждая ферма дает дополнительно одно жилье, одну единицу золота. И одну единицу удовольствия за каждое... О, редкий ресурс рядом с центром, блин. Я это забыл, надо было на одну клетку ниже или выше поставить. Было бы либо тут плюс 2, либо тут плюс 2. Потому что это редкие ресурсы, и это редкие. Блин. Да, вот тут я тупанул. Ну, надо другие города думать. Так, Хульчо и обсерватория. Это... Обсерватория, опять же, рядом с плантацией и фермами дает... Кстати, вот плантация, вот плантация, да? То есть вот тут надо... Вот тут явно у нас... Вот тут надо будет ставить обсерваторию. Да, что-то я тупанул, конечно... Надо было даже, скорее всего, вот сюда ставить, потому что тут плантации для обсерватории. О, колд уже сразу на рассинхроне. Да, угадаю, у тебя кто-то серый был в лобби? Нет, вроде. Все зеленые. Ну, пока нормально. Так, гуляем. Пойду вот так вот вокруг. Мне надо именно территорию вокруг столицы исследовать, чтобы ставить города в пределах 4 клеток, да? Вот этот бонус. Города в пределах 6 клеток от столицы получают 10% к доходам, остальные нестоличные города, то есть дальше 6 клеток, минус 15%. То есть мне надо именно в 6 клетках ставить. Что дали? Ускорение для письменности говнина, потому что я явно кого-нибудь встречу скоро. Ну и... Варвара, конечно, бьем.
Так, я бы... Мне бы вот эту клетку выкупить, конечно. Хотя, с другой стороны, а что мне на рост выкупать, если у меня пока три жилья будет? То есть у меня все равно сейчас уже следующим ходом будет штраф к росту. Получается. Ну, нам бы вот тут, наверное, три фермы. Ну, во-первых, ферма на кукурузе ставится. Вот тут, наверное, надо коммерческий район ставить. Ну, то есть соседство и с обсерваторией будет. Да, я знаю, что ферма дает обсерватории бонус, но две фермы плюс один дает. Две фермы. Видите, я тут рядом с этой обсерваторией две фермы точно не поставлю. Так, что нам сделать, чтобы этот перестал... Он может перезайти и попробовать. Только надо сначала ему сходить. Блин, а тут тундра. Тут тундра. Вот такой хоть разумно. Блин. Странно. Теперь я заметил, камни на холмах, ой, на равнинах появляются, да, получается? Раньше камень же он только вроде в лугах появлялся. А, ну мы вообще с Beta Balance Start играем, он может влиять на место появления камня. Может быть. Mm-hmm. Так, я просто думаю, что мне первым... Три... Ну, мне явно тут надо ферму ставить по любасу. И, видимо, здесь ферму на этом. То есть мне надо будет эту клетку выкупить. И, скорее всего, один камень обработать, чтобы довольство было. Хотя я две клетки обработаю, это пять же... Да, надо. Плантация. Кстати, это тоже плантация же, да, благовония? Да. Слушайте, так у меня тут обсерватория на плюс 6. Да. Ну, короче, мне надо было город вот тут ставить. Вот сюда вверх подойти, вот сюда город поставить, чтобы было плюс 2 счастья сразу. А обсерватория тут на плюс 6 полюбас установилась. Круто. Не, в принципе, столица растет неплохо. И вот эта пшеница... Мне, конечно, пшеницу нельзя вырубать с другой стороны. Так, ну мне надо этого парня убить, иначе он сейчас пойдет сообщит и ко мне тут прибегут. Чего мне очень бы не хотелось. Так, два хода. И так, два хода. Я бы лучше тут оставил денежки, чтоб копились. Давайте, наверное, сразу поселенцев делать. Нет, вообще производства практически нету, да? Эти после животноводства горное дело, потом в орошение идем, потом в письменность. Вот так сделаем. Блин, я еще подумаю после рабочего, делать ли мне сразу поселенца. Может, все-таки. Блин, ну у меня тут просто слышу, хотя, ну блин, гипс обработать будет производство какое-то. Что можно сделать? Ну, перезайти. Ты сейчас походи всеми юнитами и выйди. Так, а накидся обратно как? По той же ссылке. А, окей. Тут, конечно, на лошадок переключимся, что тут производство получается. Так, я пока таймер уберу. Источник лошадей. Или на рост пока. Все равно один ход достроится. Давайте пока на рост. Дальше посмотрим. Блин, может все-таки скаута после строителя сделать. Значит, я точно обрабатываю. Блин, ну теперь видите, еще и лошадей. Нет, тут сначала, наверное, я лошадей обработаю. Потом пойду кукурузу. Не, надо сначала кукурузу, потому что город не растет. Надо сначала кукурузу, чтобы город начал расти. До следующего, до третьего жителя. Потом лошадей.
А потом обратно пшеницу, чтобы еще появился. Блин, мне нужен еще рабочий, получается. Короче, я, наверное, разведчика сделаю, а дальше буду смотреть, что делать. Блин, куда-то туда скаут побежал. Очень мне это не нравится. Так, видите, появилось жилье. Растем. Два, три. Следующее, обработаем лошадок. Мне надо этого скаута поймать и убить. Он, видите, с восклицательным знаком, он просто сейчас побежит, сообщит обо мне всем своим родственникам, и они ко мне в гости приедут жить. Зачем мне это надо? О. Слушайте, давайте мы, наверное, так вот и встанем. Тут, по идее, зона контроля будет, он... Да ладно, да блин. Так, слушайте, мне, наверное, все-таки надо еще раз вот эту, потому что следующим ходом он уже вырастет, и мне опять не будет хватать жилья, так что надо эту пшеницу сначала обработать. Вот так. Ага, и потом уже лошадей. Видите, 6 жилья. Стоп, а почему 6 жилья? Должно было 5 быть, а почему 6? А, да. Потому что просто каждая две фермы еще одно жилье дают. То есть это всем вообще цивилизациям. Так что нормально. В принципе, жить можно. Блин, я карточки не поставил. Давайте. Наверное, против варваров поставлю, чтобы этого точно парня убить. А тут на пантеончик. Отлично. И скаутом, пожалуй, вверх побегу исследовать. Так, 2, 2, 3. Все правильно. Может, строителя все-таки? Давайте еще строителя, потом поселение. Не знаю, почему-то мне хочется больше со строителей тут начинать. Не знаю почему. Какие-то горы. Тут, конечно, все такое. Ну, тут, видимо, где-то... Я даже не знаю. Ну, смотрите, вот слон, благовоние, благовоние, да? Раз, два, три. Я бы вот сюда поставил город. То есть как раз с двумя ресурсами роскоши рядом. Так, вот здесь у нас тундра, да? Но есть цитрусовые и гипс. Близковато, правда? Но просто выше еще тундра. Смысл. Так, пошли искать. Он где-то вот там, лагерь варваров. Так, ну тут, конечно, какие-то грустные тундры совсем. Так, мастерство ускорили. Нормально. Как раз мы... У нас сейчас 3 хода рабочий, 3 хода гончарное дело, потом... Орошение, то есть я построится рабочий, обработаю гипс, а потом можно будет сразу, останется 2 заряда, можно будет цитрусовые обработать и бананы. Не благовония, потому что пока мне надо будет в столице, а будут именно клетки с 3 еды обрабатываться. Отлично, нормально пока. Наверное, вирус капель грызет. Наверное. Не знаю, никогда не было никаких особо проблем. О! Видимо, что-то... Блин,
Ну, тогда сейчас все-таки да, с поселенца начнем. Потом я дострою строителя, но сейчас мне уже точно не надо строителя делать. Причем, может, давайте пока... А, нет, не ускоряется. А, погодите, а вот так? Оно не ускоряется, ну, ладно. Когда сидели в лобби, я замечал, что у него моргало то красное, то зеленое, то красное, то зеленое. Ну, у меня со всеми красное, наверное, вообще есть. Это не особо... Так, ну пока, мне бы, конечно, вниз посмотреть еще. Скорее, потому что, скорее всего, соседи у меня внизу именно. Вот эта тундра мне не нравится сверху, это вообще не для меня места. Фиговые. Но я, понятно, что на севере нахожусь, да? Сверху вряд ли кто-то будет. Так. Каменоломня. Вулкан стал активным. Ну и где эти варвары? Где-то вот отсюда приходил скаут. Так, я, пожалуй, сюда пойду смотрю. Мне главное места для городов выбирать, понимаете? То есть вот именно вокруг столицы все обсмотреть. В начале. Ну, я тут включусь, скорее всего, опять на цитрусовые, чтобы до 5 вырасти быстро. Да, блин. Лагерь, выходи. О, новый континент нашел, отлично. Так, тут орошение, значит. Так, давайте запланируем. Вот тут нам точно нужна дамба. То есть тут бы я, конечно, фермы поставил. Меня будет заливать иначе постоянно. Поэтому давайте поставим... Вот тут у нас на будущее дамба должна быть. Это единственное место, где нормально ее можно поставить. Блин, за мая фиг пойми, где правительственную площадь ставить, потому что хочется все фермами застроить. Ага, вот тут лагерь у нас варвар. Блин. Вот он где, оказывается. Ууу, там у нас еще и вулкан. Неприятненько. Так. Что у нас здесь? Ну... Похоже, вот сюда, наверное, город ставить надо. Получается, где рядом. Где все живы вы живете? Не понимаю. В кишке. А, такая штука в кишке. Я в тундре вообще. Я типичный майянский старт такой. Бескрайняя какая-то. Мне кажется, майя, типа, еще картел тоже ломает. Они, типа, что-то придумали там. Намудрили и из-за майя, типа... Я когда играл, у меня Майя тоже рядом с тундрой была. Так, а что ломают? Подожди, а что они ломают в карте? Ну, типа, что для Майя как бы было там, ну, не знаю, ничего не могут. Наоборот же, для Майя меньше места надо, чем остальным. Ну, вот, а... Может быть, как-то с этим связано, кажется. Пройду так вот сюда, чтобы защитить посел. Наверное, сюда поведу сейчас. Так, тут стоим. Или может... Сколько еще два хода? Ну, давайте я поразведываю немного. Блин, я так понимаю, что горы и геотермальные источники на кампуса Майя не влияют, да? Да, да. Очень круто. То есть весьма... Ну, то есть, да, когда тебе вот это все не надо, тебе, конечно, завезет.
То же самое инк без гор, как бы, тоже часто бывает. То есть, я так понимаю, что Майя еще и не очень кайфово именно с холмами появляться, потому что ты не можешь нигде фермы построить и... Да, да, я про это говорил уже. Круто. Строительную инженерию нужно ходить быстрее. По идее, для нее тогда хороший старт, как у Египта должен быть на поймах. Ну, да. Ты понимаешь, хорошо, на поймах... И плантации еще нужны. Но тебе на поймах, получается, места для дамбы особо нету. То есть тебе надо еще обязательно место для дамбы себе выкрыть, чтобы тебя не рушило все постоянно. Тебя же разрушило все дамба, и у тебя не просто минус еда, у тебя минус жилье вообще. Ты имел в виду, что так хотя бы промку можно будет забафать, потому что иначе уж все в фермах будет. Так ей промышленная зона прям очень нужна. Надеюсь, тут никакой скаут не прибежит. О, тут какую-то пряность. Может, сюда немножко подальше тогда город ставить. Так, еда, еда, вот сюда мы, конечно же. Нам расти надо. Здорово. Здорово. Привет. Слушайте, ну, наверное, надо сразу следующего поселенца делать, в общем-то. Что ты мне хочешь сказать, Аш? Мне, блин, кого не встретить, чтобы просто ускорить эту? Булочки по 5 рублей. Я хочу, чтобы ты не селился ниже этого города. По 5 гульденов. По 5 рублей. Я и не собирался. Ты как бы тут не пройдешь, тут нельзя. А никто лагерь варваров в кишке не пинает? Ты хочешь поговорить об этом? Я уже один отпинал, пинаю второй. По одной клеточке подходить. Я начал пинать в лагерь, смотрю, у него жизнь как-то так быстро уменьшается. Думаю, может там с другой стороны кто-то? А это, кажется, может вулкан? Не-не, ГГшка. Ух ты, соль. Блин, ну это уже дальше, чем 6 клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мне вот не дальше вот этой линии. Ну то есть, в принципе, город может сюда дотянуться. Мне надо не забывать, что мне не обязательно на реке город ставить. У меня нету бонуса. Видите, все серое, то есть нету ничего зеленого. Мне не обязательно там на озере ставить вот это вот все. С другой стороны, блин, мне, может быть, стоило бы вот сюда поставить, чтобы можно было акведук построить. Ну, типа, был бы я Майя. То есть, вот, тут, да. Конечно, хорошо... Слушайте, давайте, может, я тут поставлю. Есть, но все равно как-то тут, конечно, хорошо, типа, два ресурса роскоши, но я тогда реально без акведука остаюсь. А тут у меня можно и будет и акведук и сюда поставить, и сюда поставить, и сюда поставить. Да, давайте... Я решился, что мне кажется, тут лучше город. Кроме того... Это еще и столица твоя? Видимо, мне обсерваторию надо будет здесь ставить. Вот эта плантация, да? А чё? Здесь больше ферм вокруг я смогу. Блин, тут надо подумать вообще, куда акведук ставить. Ну, наверное, вы знаете, что, наверное, акведук вот так. Ну, что у нас же горы, какая разница? Разница в том, что мне жить негде. Блин, там вообще какие-то пустыни. Тогда промышленная зона тут, а обсерватория тут. О, Челиния. Здорово. Здорово. Далеко? Ну, я думаю, мы расселимся. Так, я намного этим севернее. Я пойду сюда, видимо, а этим пойду вот сюда. А ты долго шел по этой кишке? Блин, еще один скаут. Так, я опять что ли? Она, типа, вот заканчивается. А, ладно. Ну, рабочего делать, наверное. Флорида, да, там у тебя получается? Майами там, норвежский. Ну, да. Так сказать. Я еще здесь хотел как раз город поставить, где вот можно. Слушай, пока на производство. Короче, надо подумать.
блин. Так, ну мне надо будет сейчас юниты строить, очевидно. А вот эту клетку я, пожалуй, поленки сейчас передам. То есть сделаем вот так. И вот так. И тут, видимо, сейчас будем ловить этого наркомана. Он, кстати, раненый откуда-то уже пришел. Блин. Я думаю, что мне тут... Ну, мне, наверное, плантацию надо будет ставить. Ну, я имею в виду вот здесь, на благовоние. Или лучше здесь, на благовоние, чтобы хульчо можно было сразу сделать. Следующим ходом могу купить... О, этот сейчас сам присоединится, эта клетка. Я следующим ходом могу купить караванчик. Нет, не присоединилось. Блин, а что он присоединил? Один же ход был нарисован. А тебе там далеко от твоих городов? В этой кишке. Ты сейчас увидишь мою столицу. И дальше дойти смысла нет, да? Никого не найдешь. Ну, я там никого не нашел. Тут тундра, слева горы. Какие-то вроде непроходимые, не знаю. Давайте, наверное, на юнитов поставлю, потому что дальше ранняя империя 8 ходов. Внизу Антиохия живет. Ну, это практически... Блин, ну мне надо покупать эту клетку. Хотя, с другой стороны, не спешит вообще. Ладно, потерпим. Поехали пока каменную кладку. Мне надо 3 прачника сделать, чтобы в хульчо обновиться. Поставлю здесь все-таки. Так, 50%, что мне надо будет сейчас строить. Блин, ну странно, конечно, места. Тут, конечно, вниз надо еще посмотреть, что. А, греку акрополи пофиксили? Не знаю, а что именно пофиксили? Ну, теперь не 2 культуры за соседство с центром города, а 1. Ну это, видимо, давно как-то было. Да, тут так оставляю пока. Бля, а чё я не купил? Торговца-то ничего не купил. Блин, ну слушайте, надо, наверное, идти к этому городу. Тоже какую-то клетку обрабатывать. Тут. Вот эту даже плантацию, наверное, чтобы жилье добавилось. Постою. Блин, надо решить. Давайте. Здесь священное место дает бонус за соседством с гаванью. Ну это как соседство района просто. Нет, да. Караген, страдай. Да, жаль. Это только там, походу, да, получается. Блин, вообще круто вот здесь поставить. Он супер кастрированный норвег. У тебя здесь ничего нет из того, что есть там. Я бы вот сюда поставил город. Я понимаю, что тут 2 горы аж, но это рядом с 2 ресурсами роскоши. Речка особо не нужна. Я освобожу место тут сверху еще для города. Что сюда поведем? Ой, блин. Слушайте, ну не должны ж, наверное, убить. Не, ладно, отойду.
Меня смущают эти ребята. Какая тут засуха началась. Ух ты, кто-то басик уже себе забомбил. Челение. Да. Плавает там с собачкой, да? Постою здесь. Ну, вот тут, видимо, сюда надо ставить. Как-то, конечно, я жадно города расставляю. То есть раз, два, три, четыре. Ну, вообще, по идее, тут еще два должно как-то вместиться. Хороший город. Еще и до соли дотянется. Плантация, вот. Да, только что тут с этим делать. То есть вот тут, наверное, его надо ставить. Тут пастбище у нас. Мне б культурку взять, пантеон культуры с плантацией, конечно. Так, я, пожалуй, постою пока рабочим. На, игра мне предлагает здесь ставить. Мне вот тут больше нравится. Так. Прачники, прачники. 3-3-3 и 2-3. Отлично. Растем как на дрожжах, прачники один ход строятся. Но 7 ходов до следующей эпохи, и я походу... Ну, походу в темный век. Видимо, сваливаюсь. Хотя, мог бы и в золотой попробовать, если бы постарался. Это вот как играть без скаутов в начале игры. Ну блин, я первый раз играю за Майя, хрен знает как за нее играть тут. Просто... Хотя у меня есть и уникальный юнит в древнем мире, и уникальный район. То есть это все плюс 4 очка. Обычно люди в золотой век выходят. Я даже никого не встретил. Правда, еще 7 ходов. Сколько я руинок? 2 только нашел. Мне кажется, что-то должно здесь быть. Сверху какие-то еще руинки. Этих варваров, конечно, надо было бы убивать. Тоже плюс 3 было бы. То есть, грубо говоря, 11 очков уже как минимум есть, да? Это было бы 15, а требуется 19. Еще где-нибудь 4 нашел бы спокойно. Наконец-то пантеон. Так, объединяемся. О, бутерина. Здоров. Привет. Тут я еще... Хотя тут один заряд остался, да? Наверное, можно выкупить клеточку и... В чем он там? Дайте... В конце твоей кишки? Нет, он... Вообще не хочу, слева, знаете, он будет разграбить тогда, зачем мне это? Вот, ну, клетку. Давайте постою. Я... Дашь право прохода, я просто еще в ранней империи не вышел. Да. Ка-эрестно. Блин, ну кто взял культуру от плантации? Ну серьезно. Как ожидаем. Лагерей. Ну, у меня только один лагерь. Ну, от пастбищ я не хочу брать. Строитель ты тоже не хочу. Встречал? Знаете, может, от рудников и бонусных варвары ресурсов. Чуть не съели в этих горах. Блин, прикольно, горы. Священные места я вряд ли буду... Хотя... Фигерии, ладно. Там проход... Ты довольно... Просто понимаете... А, вот, от плантации. Чё это я, как всегда, в глаза долблюсь, да? Блин. Так, можно начинать с
стрельбу из лука открывать потихоньку. Ну, как раз достраиваю прачника, и можно опять план этих поселенцев фигачить. Фига, священка на один. А что делать? Потом она ставки забафается, будет плюс 2. Ну, типа... Ладно. Что у нас по счету? Мне кажется, я тут отстаю. Какое-то такое ощущение. О, 74 учеления. Империя 19, то есть... А, не, империя одинаковая. А, ну ему, наверное, за чудеса, да, 15 очков за чудеса. Это... Да. То есть давайте отнимем 15, это будет 59. Не, ну империя у всех... А, вот 26, Караген уже третий город поставил. Я только через ход поставлю. Ну, нам надо как-то убить прачниками этого дуболома, чтобы прокачать стрельбу из лука, ускорить. Хотелось бы, конечно, Артемиду тут тоже как-то попробовать. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!